петь джипси, то есть вот эти вот цыгане. Это часть настоящего ансамбля вот этого джипси известного. Они там в свое время когда-то распались. И вот они теперь как бы создали такие две труппы, по-моему. Вот одна из них будет петь в этом ресторане. Джипси, поэтому я постараюсь это снять. Что, друзья, мы сегодня едем в Арль, немножко дальше. Сейчас вот здесь вот мы на паркинге в план компании недалеко от Марселя, но это уже Марсель, можно сказать. И мы ждем еще одну девочку, и мы вот едем вот на этой вот машинке. Видите, такая зелененькая сзади стоит машинка. Вот, чтобы не показывать там ее номера. Вот, все вчетвером мы, девочки, сейчас туда поедем. Дабы Иру со мной сняться, чтобы вам сказала ку-ку. Но они там забивают адрес в этот, в GPS. Как по-русски, девочки, скажите? Навигатор, вот. Поэтому настроение у нас хорошее. И мы сейчас двинемся, и я постараюсь вам снять небольшую историю нашего сегодняшнего дня. И надеюсь, что вам понравится это мое видео. Но самое интересное, что там сегодня в ресторане будут петь джипси, то есть вот эти вот цыгане. Это часть настоящего ансамбля вот этого джипси известного. Они там в свое время когда-то распались. И вот они теперь как бы создали такие две труппы, по-моему. Вот одна из них будет петь в этом ресторане. И кушать мы там будем сегодня торо, то есть торо. Ну что, это бык, да? Бык. И какой-то там черный поросенок тоже еще подает. Ну, короче, девчонки, все будет снято, все будет показано. Девчонки, ну посмотрите вы на эту девушку. А что? У нее через два дня ей будет 41 год. А ведет она себя как сопливая пацанка. Гляньте, как она одета. Не, ну я вам сейчас покажу сейчас. Покажи свои ножки-то, господи. Не, ну вообще офигеть можно, Ирка. Это, знаете, это называется девочки без мужей едут в ресторан. Но я оделась как приличная. Это французский стиль. У меня, правда, декольте будет там, такую ничего, но я приличная одета. А вот у меня нет декольте. Ну, зато у тебя есть сапоги. Сапоги, да. Что Софа нам скажет на этот прямой эфир? Она, наверное, будет ругаться. Ну, короче, я не знаю, кто будет сниматься, кто будет, того и буду снимать. Ждите продолжения. А оно будет, да, Ира? Я надеюсь. Я надеюсь, что она там берет. А там не берет интернет, по-моему. А нам не надо интернет, мы запишемся. А, да, запишем. Да. Короче, у нас теперь тут столько девочек. У меня, девочки, у меня новый водитель, и ее зовут Софа. Вот. Мой старый водитель, верный водитель, отдыхает. Ну, а это новая девочка, да. Которую зовут, да, которую зовут Наташа. Сейчас, короче, расскажу, у нас к ней еще пока настороженные отношения. Но я думаю... Нам надо сюда съездить, да, на ФОС. Левее, говорит. Короче, ищем дорогу. Четыре водителя в одной машине. Я молчу, я только снимаю. Не знаю, Оля говорит, левее. Короче, это автодорога, которая ведет... Куда, Сонечка, наведет дорога? Мы едем в Арль. Это автодорога, мы еще не брали никаких тикетиков. Мы же еще не брали на пиаже ничего? No. Мы же на пиаж еще не заезжали. Нет, еще не выезжали. Тут прям такие кольцевые разъезды, так. Мы будем поворачивать. Погода сегодня вот такая, обещали проливной дождь. Ага, сейчас мы тогда дальше. Что там получится, не знаю. Вот здесь это вот уже как бы залив, посмотрите. Мы заехали в Хов. Хов это городок этих рыбаков. Вот это городок
рыбаков. Посмотрите, у нас вон там вот стоят рыбацкие шхуны. Так и хочется запить. Девочки, вы там это не энкаете мне? Я же снимаю. Смотрите, смотрите, смотрите. Ай-яй-яй, быстро. Соня едет очень быстро. Только мелькаете. Ох, кто-то быстрее поехал у нас. Ой-ой-ой. Я еду как надо. Очень хорошо едешь. Это же я прикалываю, Сонечка. Я не могу не медленнее. Вот это что за город, как ты считаешь? Это вот этот Вов и есть. А, Вов этот? Да. Ой, смотрите, как красиво, друзья. Здесь я этот город хорошо знаю, потому что тут проходил конкурс пения. Я тут ходила своих учеников. Ясно. Это Ла Меде это какой-то картин, но вообще это называется Вов. Но это очень загрязненное место. Но здесь всегда плохо пахнет, да. Фабрики, вот это вот нефть тут явно вот тут хранят. Нет. Короче, это не очень хороший регион. Это залив. Есть же ресторан Не Арля, это Камарго. И там такой вот 13-200. Вот смотри, 13-200. 300 тысяч. Так, смотрите сейчас. Не, Бартик центр. Соня, нам еще 14 километров прямо, да? Через 14 километров будем менять N568. Хорошо. Это мы уже в Камарге. Вот эти вот большие поля, это все Камар. Пришлось некоторых заткнуть просто кляпом в рот, иначе вы здесь такое услышите. Мама мия. Ну вот смотрите, вот это уже не Прованс, это Камарг. Вот такой Камарг, красиво, красиво. Такие прям березы, нет, это ж платаны, березы, господи. Березы, березы. Как, ой, ну смотрите, как вообще в камеру смотрится, обалденно. Какая аллея платанов. Но я же уже вам рассказывала, да, что про платаны есть легенда, что они усыпляют водителя. То есть водитель любуется вот этой красотой, входит в транс от этой красоты и потом засыпает за рулем. Ну, это вот просто так я вам рассказала. Любуется. Которые? Это для Иры, значит. Ира у нас все время любуется. Ой, я обожаю. Посмотрите, какая красота девочки. Это же вообще сказка, сказка. Прям вот аж вообще. А длинная какая, слушайте. Да, да, здесь вообще вот где Сан-Реми, вот в этой стороне очень длинные аллеи. Вот здесь вот вообще, смотри, какая длиннющая. О, какая. Ира, красота. Может быть, ты нам какую-нибудь легенду расскажешь? Сейчас вот мы повернем. Ты можешь сфоткать вот эту красоту? Я фотографирую. Она где снимает, фильм будет, ты себя на Ютубе будешь смотреть. Ой, играла, снимай. Стекло запотело, кто-то выпивал вчера. Платье одену, нечная галерея. Их уже нету. Красивый, красивый Камар, конечно, я обожаю. Наш замечательный водитель Софочка сказала, я в жизни сюда не приехала, если бы не вот эта вот Ирочка. Ну, мы уже здесь, мы уже на месте. Поэтому... Никогда не говори никогда. Это да, это правда. Я другой говорю, я с удовольствием приехала, но сама вот... Они русские. О, как мне приятно. Надо еще куда-то. Короче, заканчиваем. Мы вот так вот российские. Смотрите, куда едем. Сейчас бы мой муж... Dans 150 mètres, restez sur la file de gauche. Значит, с этой стороны тоже. Restez sur la file de gauche, puis votre destination se trouvera sur la droite. Вот все, ну мы подъезжаем уже. Все, посмотрите, какая дорога. Куда мы едем? Девочки, надеюсь, здесь все адекватные люди будут. И нас выпустят с миром с этого дома. А вот здесь бы мы повернули, видишь? Попробую только не выпустить с миром. Не один подъехали только что. Ой, девочки, я очень нарядно одета. Ну, Софа, ты знаешь что, развернись сразу. Почему? Ну, нам будет 7 минут. Votre destination se trouve sur la droite. Слушайте, merci. Это вам каверзно. Для меня машина, это как вы на улице ходите пешком. Так что не волнуйтесь. Эля, Диви. Она нам написала. Молодец, все. Мой GPS.
Надюша. С Надюшей познакомились благодаря Али. Да. Подожди, надо. Они уже перышки пьют давно. Она потом расскажет, как они познакомились. Да. Она мне уже представила Наде, и вот мы как бы так вот уже несколько лет. Это у нас стало традицией. Да. То есть это у нас дальний гость, а это у нас Наташа. Наташа, это у нас Софа, это у нас я. Ну, а это у нас Алла. Это Алла, да. Алла, как всегда, снимаю. Так, друзья, мы приехали в ресторан, который находится в самом центре Камарго. Здесь вот нам будут сейчас петь джипси, то есть цыгане. Я спросила разрешение, мне дали добро, сказали, пожалуйста, снимайте. Поэтому все это здорово, посмотрите наши тарелочки. Я больше уже сходили. А посмотрите, как здорово. Надюша, вот сразу вот откуда я вышла. Так, посмотрите, какие у нас тут красивые корзины. Короче, такой крестьянский такой ресторан. Крестьянский ресторан, да? Слушайте, как же мне с вами сняться? Да. Девочки, короче, мы тут приехали, мы ехали, наконец приехали, да. Я хоть в кадр хочу попасть, хоть разочек, потому что вы же меня больше не увидите. Это только девочки меня снимают потом, Пьяненькую. Хорошо, ну все, давай, кушай. Фотографируй, там и все. Я говорю, а слюни текут, какая вот молодец. Она говорит, ты что, с ума сошла? Блин, там все на нее, куча людей работает, у нее муж миллиардер, она сама там главный редактор или там хозяйка этого журнала, там на нее все это. Но она говорит, молодец, что он говорит, все не хорошо. Не нужно отвечать более.
Это дядечка в синей рубашке, это самый главный, говорят здесь, джипси, бывший, это он и организовал этот ресторан. Погода, конечно, друзья, не очень, но посмотрите, как же здесь здорово. Такое все деревенское. Пошел дождь. Ирплю? Мы с Иси взяли фер туле тут ли в Янде? А, окей. А, d'accord. Donc, vous faites ici, voilà, par là. Les taureaux, ils font en deux ans. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est la pluma. Qui? La pluma. C'est le cochon espagnol. Вот здесь вот жарится. Это черный испанский какой-то поросенок. Они его будут делать на улице. Посмотрите, какие тут кусища. А внутри будут делать туро. Давайте вам пройду немножечко. Ой, мне за это. Посмотрите, как здорово. Ну, конечно, сегодня здесь мало света. Ну, ой, классно, классно. Пошел дождь. А там, смотрите, какой-то это не клематис, а может быть, я не знаю, что это за цветок называется. Смотрите, как здорово. Самое главное, что здесь разрешают снимать, и никто на тебя не рычит. Не снимаете, не снимаете, поэтому, я думаю, репортаж получится хороший. Ну, а потом музыка, я не знаю, YouTube, может быть, мне напишут, что эта музыка залицензирована. Ну, не знаю, я посмотрим, друзья. Батарею надо экономить. Девочки вышли покурить мои. Там у нас кухня, а здесь у нас второй зал. Такой каменный зал, посмотрите, в таком стиле. Здесь очень тепло, мы там мерзнем, конечно, нам там холодно. Такие вот, смотрите, здесь семейные фотографии. Вот. Туда они бросают пробочки от бутылок. Горит камин. Посмотрите. Здесь менечки. Такой маленький залик. Здесь очень-очень тепло. Смотрите, так хорошо. Может быть, мы здесь потом. Короче, мы сюда можем... Спасибо, Барселона!
Yo te quiero a ti, a ti. Bam, bam, bam. Yo te quiero a ti, a ti. Bam, bam, bam. Yo te quiero a ti, solamente a ti, a ti. Sabes bien que yo te quiero comer. Tú eres pa' mí. Yo te quiero a ti, a ti. Bam, bam, bam. Yo te quiero a ti, a ti. Bam, bam, bam. Yo te quiero a ti, a ti. Encontré una chiquita que la llevo ya a mi casa. Yo te quiero ti a ti. Bam, bam, bam. Yo te quiero ti a ti. Bam, bam, bam. Yo te quiero ti a ti. Solamente ti a ti. Sabes que quiero, te quiero mover. Забыла добавить. Да? Посмотрите, нам мясо привезли, девочки. А гарнир что? Овощи? Девочки, послушайте, а... Просто покажи, как я накладываю. Все, отлично. Спасибо, дорогая. Ну, будь себе. Спасибо, дорогая. Мясо шикарное. Софа говорит, что мясо шикарное. Смотрите, у нас вот это, я вам покажу. Вот такое кусище, это испанский черный поросенок, которого называют ля плюма. Ля плюма – это перышко. То есть вот мясо, говорят, девочки говорят, что очень мягкое. Бери, значит. Значит, нам принесли картошечку. Вот мы помидорки, вот лучок, посмотрите. Прям все у нас будет по-человечески. И, конечно же, у нас есть вот еще горчичка. Девочки, дали, так, давайте. Все накладывать. Мы сейчас объедимся, конечно. Обрезать.
Сауль! Манжи, помажи! Пасторы! Чеку. Вот там красные в кофточке, вот жена его кушает. Вот сидит такой красной кофточке, это Чеку. Это вот он самый главный основатель этих джипси. Как сейчас вот он пришел здесь, кушает так же, как и мы, и слушает своих учеников. А они стараются, потому что они же не могут. Нет, да? Там даже, по-моему, сын. И вот Надя говорит, что да, один из них, там его сын, а рядом с ним такая вся сидит в кудрях, его жена, вот она вот там, вот видите, она вся в операциях, нам это неинтересно, неинтересно. Девочки наши вышли на свежий воздух. А вот это вот шеф, который нам готовил мясо обалденное. Мы ему показали, что это очень вкусно. Мы ему сказали спасибо, он был очень доволен. Ну, короче, так вы знаете, такой вот ресторанчик. Вот, все по-домашнему. А это вот здесь за этим столиком сидят русские туристы. Con esa guitarra.
так пою, что вообще мурашки по коже. Такой красавчик, ай-яй-яй. Ира, я влюблена в тебя, я просто в нём Dilo.